Азотас! Штука отлично взрывается! Ладно, все чисто. Вудс рассказывал, сколько денег Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть! Ладно, мелкий засранец. Теперь ты работаешь на дядю Сэма. Посмотрим, что у нас тут прячут. Открывай сектор! Прошу, не убивайте меня! Ладно, выходи! Это лаборатория, связана с известным террористом! Начинай говорить, или хуже будет! Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись, нахер! Ложись!
где же Целерий? Сюда. Открыть замок могут только два человека. Я за тобой. Пора за дело, сектор! За мной! Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Как там наше подкрепление? Сзади! Ложись! Кракен! Харпер запрашивает подтверждение по прибытию подкреплений! Оборонительные позиции! Кракен! Не отвечай! Придется пробиваться с подкреплением или без. Это не конец. Брикс! Отставить! Это спасательная группа! Заждались мы вас. Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам Целерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее, но он ничто. Лишь жалкое подобие человека.
Я не смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что? За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера Герра Фрия. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали все заново. Продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Манагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроила охоту на него в Кабуле. Этот снимок нам Вудс показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я. А этот страшила? Твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным. Представление начинается, Мейсон. Что ты видел, Вудс? Песок, песок, один гребаный песок. Связной Хадсона уже идет. Думаешь, китайцам можно доверять? Здесь можно. Они поддерживали маджахедов так же, как и мы. Они понимают, если в Афганистане победит Россия, Китай будет следующим. Русских никто не любит, да? Ты же меня знаешь. Я никого не люблю. Советую тебе не высовываться. Спокойно, Джао! Оружие мы доставили. Теперь о твоих обязательствах.